перед началом видео хочу вам напомнить о нашем спонсоре. Это компания 1xBet, где проверены самые высокие коэффициенты, бонусы, широкая линия и быстрый вывод выигрыша. А главное, компания 1xBet – это надежность. Читайте верхний комментарий, регистрируйтесь и получайте крутые бонусы. А также по моему промокоду ОСАТА вы можете получить до $100 на первый депозит. У тебя камера упала или ты станцевал? Постоянно что-то у тебя прямо перед тем, как съемку начать, что-то ты обязательно должен исполнить. Вот он, всевидящий глаз. Саламчики, пацаны. Не зашел вам, да? Не зашел? Или не? Или же все-таки зашел это? Писюка ты, Атлас. Я, да. У меня к тебе вот по факту один вопрос. Ты меня уважаешь? Так. Все, уважаешь, короче, да? А почему ты, когда, в смысле, проявляешь ко мне свое уважение, ты мне фычины не приносишь? Прояви один раз уважение ко мне, я же тебе проявляю уважение. Просто ты фычки и сухари не любишь. А так, прояви ко мне тоже уважение. Чисто остинское уважение я требую от тебя. Особенно, если я попал в тяжелую, трудную ситуацию, ты хочешь проявить уважение, ты принеси мне фычин. Один? Ты когда, в смысле, один фычин, ты когда видел? 12 куриц и 3 фычина. У нас сегодня, бля, как я ненавижу это слово, и многие ее говорят в тест-обзоре. Вот этот фычин крузер. Фычин, я же говорю, японцы и китайцы, вообще азиаты, они любят почему-то называть автомобили свои так, что они по-любому как-то, их можно шуточно назвать остинскими словами. Фычин крузер, FG крузер в народе, японский танк. У нас FG крузер любят точно так же, как фычин. Отвечаю, в смысле, вот, ну, клянусь, вот, спроси любого, если каждый день у тебя на столе фычин и FG крузер стоит во дворе, ты пиздец, что за фычистый, короче, парень. У нас сегодня кусок фычина черный, такой мощный, мясистый, как мы любим, да, из рубленого мяса. Фычин 10-го года с ебальником от Range Rover Evoque. Вот, ну, вот мы с Ауром пообщались. Если взять наши все обзоры, которые мы делаем, они в основном вот стоячие, когда ты выходишь, короче, ну, стоячие обзоры, ёпта. Не висячие, стоячие, продвигающие, короче, обзоры такие. Что ты доебался до Заура, слышь, прояви уважение, оу. Прояви уважение, бля, доебалась до него пчела, я раз на раз выскочу с тобой сейчас. Короче, мы решили за Урбеком сделать сегодня, знаете, какой обзор? На лайте. Не рассказывая ничего, так прям конкретно, не стоя на одном месте. Вместе с вами, я сегодня хочу определить эту машину для себя. Не делать на него вот такого обзора, как вот обзор-обзор. Внешне о ней поговорим, сядем и просто ебанем. Там куда-нибудь поедем, а хейтеры в сторону хуя. Ну, как обычно, а куда им еще двигаться? Полтора года мы крутимся, вертимся, работаем на ютубе. Куда я лично не посмотрю, на какой канал я не зайду, все делают какие-то, бля, там розыгрыши, дарят какие-то призы, гивы. Пацаны, мы вот тоже с Ауром так пораскинули, короче, мозгами, нет. Короче, решили сделать вам братский подгон в виде нормальной пацанской такой, ну, не, конечно, не супер дорогой, но хорошей качественной музыки. Здесь все есть для того, чтобы вы поставили нормальную себе музыку в ваши тазы. Это, короче, колоночки, пищалочки, магнитофон, сабвуфер и усилитель. Еще один плюс ко всем плюсам. Связался с нами недавно сервис каршеринга Дилимобиль. Те, кто не знает, что такое сервис каршеринга в общем и что такое Делимобиль, они могут перейти по ссылочке в описании и понять, что это такое. И предложил такой же ништяковый бонус для наших подписчиков. Промокод СОС на 300 рублей. На 300 рублей, которые дадут вам достаточно немаленькую такую поездочку, чтобы вкусить, попробовать, что это такое. Вот вам музыка, пацаны, вот вам промокод и вот вам QR-коды для скачивания приложения. Вообще суть всего этого конкурса в чем состоит? Если в вашем городе действует сервис каршеринга Делимобиль, который вы можете проверить, также пройдя по ссылочке в описании, посмотреть, в вашем городе есть он или нет. Если вам 19 лет и у вас стаж вождения от 1 года, то вы можете зарегистрироваться на этом сайте, переходя опять же по ссылочке, скачать себе приложение на телефон, при этом зарегистрироваться обязательно. Регистрации бояться не надо, потому что в банках, где вы зарегистрированы, по-любому вы имеете карточки, там дебетовые, кредитные, намного больше информации о вас знают банки, чем будет знать Делимобиль. Каршеринга Делимобиль. Ничего там бояться не надо. Так вот, регистрируйтесь обязательно и отправляйте скриншот финального этапа регистрации по почте, которую вы видите сейчас внизу экрана. Также она будет обозначена еще и в описании под видео. Пользуйтесь промокодом СОС, и тогда вы будете участвовать в этом конкурсе. Ну, и от себя хочется добавить тем людям, у которых на самом деле в регионах нету каршерингового сервиса Делимобиль, да, мы обязательно для них тоже сделаем такой же розыгрыш. Очень скоро небольшой наборчик музыки тоже разыграем, чтобы не только, да, там, избранным людям, которые живут в больших городах, там можно было там послушать нормальную музыку. Но это уже будет на втором канале, пацаны. Да. На втором канале Осмедиа Сата Лайв. Переходите по ссылочкам, скачивайте приложение, указывайте промокод. Получайте нормальную музыку. Скачивайте нормальную музыку. Да. Ну, еще такой один маленький нюанс. Ребят, не у всех в городах, в регионах есть сервис каршеринга Делимобиль. Не каждый сможет поучаствовать в розыгрыше данной аудиосистемы. Для этих людей у нас есть
утешительный приз. Мы не будем говорить, что это за утешительный приз, но это чисто от меня братский, такой ништячный утешительный приз. Тот комментарий, который наберет большее количество лайков, абсолютно, неважно какой он, получит от Марата Бороды утешительный приз. Мы не забываем никого, пацаны. Так что будет утешительный обязательно. Вон там Пумбу, видел ты Пумбу? Вон, покажи пацанам Пумбу. Вон он, Пумба. Правда, у него его полъебало куда-то делось. Видать, Тимон откусил. Этот автомобиль на самом деле очень многие любят. Кто-то его покупает поездить на нем по городу, потому что он понтово красиво смотрится. То есть он по-своему японский брутал, самурай, который тренировался у Шварценеггера, там, у бодибилдеров. А кто-то берет его именно для того, чтобы, бля, уехать в грязь, покататься, лифтуй. Кто-то, короче, прикалывается на нем клеить и телок. Хотя сзади особо, не пошпехаешь никого. Кто Fortune Cruiser любит, да, они все знают, с чего вообще срисован, на что он похож, да, это FG-40, это старый, этот военный, бля, да, там. И он на самом деле, если спереди на него смотреть, особенно дорестайлинговую версию, здесь еще вот этот обвес Эвока, не обвес, а именно ебальник его, да, фары и решетка, они очень сильно напоминают Эвок. Я думаю, что это слизано у них. Я же говорю, не разбирался, не смотрел, практически ничего не знаю об этой машине. Просто что сейчас вижу, то вам и буду говорить. Принимаю, что тебе нравится эта машина, да, хотя внешне это не прям айс. Это рубленые формы и так далее, да, такой пирожок, короче, на самом деле, да, вот, неказистый такой. Это все-таки крузер, который сделан на базе, там, Форанера, очень много схожести там с Prado 120. Я ее так воспринял. Укороченная версия 120-го Prado. На дизайном, который на самом деле работал, накуренный, самурай. Который там махал ему что-то там, я не знаю, там. Один с глиной работал, чтобы что-то ему все-таки дать, да? А другой вместе с ними эту глину в разные стороны. Там Ханджиме, что они там делают? Я считаю, что вот этот кузов, если как-то ты хочешь воспринять, да, то, опять же говорю только за себя, его надо брать в черном цвете. Мне кажется, что FG Cruiser, да, он смотрится в черном цвете. Не вот эти их постельные, биомать, тона. Блевануть хочется, когда я вижу FG Cruiser в каком-нибудь там, как это назвать? Коралловом цвете. Вот девушке говоришь, что за розовые ногти? Она тебе говорит, это не розовый, это коралловый. Ты на нее смотришь и думаешь, то ли я еблан, то ли что-то на земле остановилось. В общем, очень много неприятных цветов. Есть серебристый, есть синий, есть какой-то желтый. Разные цвета у этого автомобиля есть. На самом деле, вот цветовая гамма у тачек немеренная. Я вот за себя чисто говорю, они мне не нравятся. Вот в черном цвете на таких колесах, да, на таких, бля, брутальных, они на самом деле брутальные. Но очень красивые колеса, нормально они смотрятся и придают ему конкретной брутальности. Если честно, сейчас в черном цвете, вот на таких колесах, я вот по брутальности его могу сравнить, что с Хаммером, и с H3, и с H2, вот именно, я же говорю, линии вот в этом цвете, вот прям вот он нравится. Но такое ощущение, как будто, на лягушку наступили, ее раздуло, особенно когда смотришь на задницу. А у лягушки, куда ты наступишь, что, по пиздюшне не давил лягушек? Нет? Ебать ты добрый, я его все, вот бы мне столько доброты. Ты сжигал колорадских жуков? Выключай камеру, смотри нахуй мои контакты. Колорадского жука как можно было, Он же ебет божью коровку. Про внешность так особо про него не говоришь. Он квадратный, рубленый, да. Где-то хотели что-то ему дать, там вот, вот эти линии, да. Но они по кайфу, они очень. Автомобиль в целом смотрится, очень по кайфу, очень интересно. Это на самом деле мужская тачка, реально. Вот, я на него смотрю, я его хочу. Настолько, насколько мне не нравятся японцы своей внешностью, да. Сейчас, конечно, последний Prado, ебать, как будто, пришелец, пусть этот как хищник. Вот, посмотрел же фильм. Мне хочется сесть на него, завести, спустить окно, вот это квадратное, которое взяли, скорее всего, серванта советского. Тачка, она на самом деле собирает взгляды. Что это за беспредел японский? Канистры нет 5-литровые? Бензин нужен. Кому-то нравится, конечно, вот это исполнение, да? Но я бы, вот если честно, наказывал бы здесь людей. Я бы сначала приебал его одной дверью, а потом приебал второй дверью. Сначала маленькое приебал, короче, знаешь, чтобы, ошеломить, короче. И вот пока бы он сходу в себя приходил, я бы ему сразу и большой бы насадил, и вот... Контрольный въеб калиткой называется. Интересная, конечно, система, да, я видел, сам не садился никогда. Никогда, честно говоря, я еще никогда не залазил на задний ряд. Спереди сидел, у знакомых были, на самом деле, в первую очередь, это японское качество. В машине есть качество, хотя все это настолько, сделано вот, такими материалами грубыми, да, что вот на самом деле грубыми материалами там и так далее. Все со временем, естественно, будет скрипеть там и так далее, да, такой пластик, что, в принципе,
принципе, этой машине это не надо. Ей не нужны, не нужна дорогая отделка, бля, салона. Потому что эта машина изначально предназначена для других целей. Эта машина должна взять, какой приехал, взял каршел. Это мое теперь, вот, запатентую, еба, карджил. Взял, короче, бля, вот этот керхер, бля, ну, вот эту мини-мойку. Взял и, бля, помыл ее. Просто взял и сполоснул салон изнутри. Сделал ливень в салоне. И ничего этому не будет. Ничего этому не вытер, просто закрыл нахуй, захлопнул и уехал. Здесь не надо искать чего-то кожаного там и так далее, да. Даже вот, бля, вот у кого корейцы спиздили этот шов. Я знаю, брат. А теперь я догадался. Сварщик Гена раньше работал на Тойоте. На самом деле, да, вот можно дохуя каких моментов в нем найти огрешков, да, но тут понимаешь, что этот автомобиль и делался для того, чтобы ты до него не доебался. Он уже заявлен как автомобиль, до которого в этом плане не доебешься. Здесь самый цинус, самый перец, это, блядь, там, внутри. В том, что он умеет делать, блядь, понимаете, в его проходимости. Все очень мощно, чтобы ты садился и понимал, что это внедорожник. Человек, кстати, купил его после того, как посмотрел обзор на Бронто. Я, говорит, посмотрел твой обзор и, говорит, не купил Бронто. Я, говорит, очень хотел купить Бронто. Но взял все-таки вот этот автомобиль. Несмотря на то, что здесь дохуя всякого, что тебе может не понравиться, ты уже от этого ничего не ищешь. Он как в грязи, так и по лесу, так и по городу, бля, так и в болоте, так и в аду, бля, так и в раю, короче. Заезжает, выезжает, разворачивается, лукается, выныривает. Подстаканники, пачки опять на заметку. Пашан, сюда можно даже арачишки наливать. Трубочку киданул, и если смотреть на обилие вот этих, бля, резинок, да, которые на самом деле не пускают, бля, скорее всего, ни капли воды попасть туда, ну что это, блядь, это прям очень интересно, смотри, и там, то есть ты куда хочешь, можешь заехать на ней, будет тебе сплошной кайф. Что? Залезть туда? А? Нихуя. И залезу, нахуй мне это надо, че, бля, мне оттуда еще вылезти надо. Не отодвигается, ничего, только если вперед, да? Итак, вот эту музыку. Тан-тан-тарадрадан-тан-таран. Да, вот как медведь сейчас будет, да, там. Бля, ебать, стесняюсь. Сейчас же опозорюсь на всю страну. Я залезу и не вылезу. Придется резать его, я его пополам. Эх, бля. Как? А с какой ноги? С правой, с левой? Залетать рыбкой, да, бля? Я, в смысле, не залез, я просочился, брат. Если сравнивать, короче, с посадкой в Ниве, то сюда залезть намного легче, проще. Нормально я заскочил, были кое-какие трудности, но, по крайней мере, ощущаешь себя здесь с первого раза неплохо, удобно. Но я думаю, если долгое время здесь посидеть, ты здесь заебешься, потому что спинки здесь спинка и подсрачник, сиденья, бля, стоят вот просто вот так. Нормально, если там переехать с точки А в точку Б, неплохо. Если куда-то на нем ебануть, еще попасть в какие-нибудь дебри, то здесь можно в натуре, бля, кучерявиться. Я не нахваливаю ее, ничего, я не говорю, что я презираю японцев. Мне просто японцы не нравятся, а эту машинку, она мне нравится чисто внешне. Раз попал я в салон, и несмотря на то, что в машине 9 лет, это качество. И не, вот просто не поспоришь. Вылезти тяжелее, бля, надо за счет. И вот здесь еще считаю, что минус. Вот здесь надо было для пассажиров все-таки делать ручку вот эту, да? Она здесь нужна, потому что сюда нелегко залазить. Вот мне кажется, что она бы здесь смотрелась уместно. Где у этого пидораса открывается капот? Звук, как всегда, японский. Открывание капота. Уф, ништяк. V6. Легендарные два японских двигателя сюда ставились. Ну, хотя, как легендарный, в принципе, по сути, один и тот же двигатель. Один, бля, GR-FE, один GR-RR. Это его дорестайлинговая версия. После рестайлинга уже два GR. О, один GR-RR. И, бачу, за, сука, бля, буквенные моторы у них. Я его все... Эти моторы ставили практически на все внедорожники японские. Это их легендарная V-образная шестерка. Ничего особого нету, ну, естественно, какой FG-крузер без газа. Потому что это 4 литра, и он жрет как, блядь, папа Карло, я его все, он хавает, блядь, не, ну, литрами, а тоннами. Обивку или там декоративную какую-нибудь там одеяло, покрывало там наволочку, блядь, да, пожалели. Ну, в принципе, что пожалели, она так здесь по большому счету нахуй не нужна. Если, опять же, понимать философию этого автомобиля, она здесь вообще не к прищей, к пизде, блядь, крокодила. Не то что, бля, рукав, бля, даже штанин. Воздуховод выходит вот сюда в крыло, то есть есть возможность еще поставить сюда шнорки или там и так далее, да. Люди, которые на самом деле кайфуют с грязи, с болот, с этих покатушек, с этих вечных кусков грязи у тебя на ебальнике. Они их лифтуют, что они с ними только не делают, бля. И эти машины вывозят. Японцы никогда не славились, ну, в плане такой вот, таких изменений кардинальных. Они привыкли к тому, что у них все стабильно вечно. Но что меня больше всего прикололо в этом автомобиле,
недели. Три дворника, бля, это же ошалеть, да, три дворника? Я не знаю, почему три дворника, не могли ли они обойтись без двумя, точнее, не могли ли они обойтись двумя дворник, что, ебальник закрытый показываешь? А что? А, узкое стекло? И что? И что, туда два дворника тебе нельзя поставить? Бля, я туда один поставлю. И он будет не горизонтально работать, а вертикально. Вот так будет чистить. Вот так. Еще и ебальник тебе разотрет твой, бля, на всякий случай. Ну, это понятно, там низенькое стекло, там и так далее. Узкое, низкое, как по кайфу так и называйте. Ну, низкое. Ну, в принципе, да. Бля, дверь достаточно. Ох, ебать, что за, бля. Амортизатор у него, да? Мощь, бля. Вот амортизатор так амортизатор. Что здесь есть у нас? Шинель убитого японского капитана. Очень деревянная, хотя плотный пластик. Он, ну, блядь, пластик, но плотный. Место здесь дохуища. Ну как, что-нибудь перевести. Сиденья по-любому складываются. Здесь вот колоночка такая стоит. Здесь вот всякие ниши разные, бля. Ну хуя, что, здесь домкрат по-любому что-нибудь. Ну да. Внутри ножичек тоже такой здесь есть. Ну конечно, и если фиджик есть, значит и по-любому кто-то должен въебать. Серьезная, мощная дверь чувствуется. На эти фары смотришь, и вот в натуре как будто раздавили лягушку. Очень вот, ну, сзади, блядь, ну, брутально, что-то есть, конечно, брутальное в этих фарах. Поехали, приколимся, просто поездим, поймем, по городу поездим. 133 тысячи, бля, да, пробега в нем. Попадаешь, когда в салон FG Cruiser, такое ощущение, как будто ты сел в натуре на хаме. Реально салон, вот, аж, сука, третьего, да, и... FG, он похож. Они, в принципе, по габаритам похожи, да? Конечно, с H2 его не сравнишь, потому что H2 больше, бля, намного. Фуджик мне нравится намного-намного больше. То есть, бля, чувствуется прям танчик он такой, знаете? Я не помню, что японцы очень сильно любили шумку, но здесь такое ощущение, что ее прям достаточно. Ебать, как она плавает. Вот реально, мужская машина. Чувствуется, что тачка на самом деле мужская. Куда бы ты ни посмотрел, вот эти брутальные линии, ни одна просто тебя не оставляет. Ну, не то, что не отторгай тебя вообще. Немножко вот надо поездить на нем, чтобы абсолютно вот чуть-чуть надо, да, для того, чтобы, бля, приколоться к тому, что происходит в салоне, к этому убранству, к этой строгости, к этой, блядь, брутальности, к этой квадратности. Сейчас Зауров все ошалели. Такое ощущение, как будто этому, блядь, джипику вообще нет никаких преград. На самом деле, я вот еду сейчас медленно, да, вообще ни о чем не думаю и получаю порцию удовольствия, потому что очень по кайфу двигаться на этой машине, на самом деле. Ты чувствуешь в этой машине себя мужиком, она мягко едет, прям очень мягко. Мне вообще не хочется рассказывать ни за какие технические характеристики, да, вот реально. Я по большому счету в этой машине так особо и не знаю. Знаю, что эта тачка идет с двумя вариантами коробки, это автомат пятиступенчатый, который на данном автомобиле тоже присутствует. Есть еще здесь... шестиступенчатая механика. Но есть один момент, что с автоматом он идет с подключаемым полным приводом. То есть подключаемый, механически подключаемый полный привод. На механике шестиступки он уже идет постоянно. Поэтому вот даже несмотря, что это автомат, и очень многие люди любят эту машину и любят на ней механику, я вот сейчас на автомате еду и кайфую. По кайфу по городу, на нем по кайфу по горам, на нем по кайфу по болоту, блядь, на нем по кайфу везде. То есть этот автомат не забирает того кайфа у автомобиля. На автомате остается по-прежнему очень высок производительным, высокопроходимым. Просто сейчас Зауру у меня за бортом, он на порожке стоит, и вот мы едем, и он так снимает. По кайфу очень много всяких переключалок, очень много там всяких, бля, режимов. Добра здесь для любителей, которые любят вот на самом деле вот эти все бездорожные хаббарты. Только включай-выключай, бля, знаете, я просто не любитель этого всего. Если бы я его взял, я бы его взял, скорее всего, для того, чтобы ездить на нем по городу. Ну, изредка, если бы была возможность там выезжать в село, если, то есть, есть возможность, если есть в селе дом, дача там и так далее. Я бы взял его, ну, для таких целей. Он красавчик, он брутален, он не оставляет, блядь, себя без внимания, ништячно все смотрится, очень читабельная, простая, вот на самом деле простая, безмультяшная, нормальная, сука, людская приборка. Не всякая вот эта ебала, где там Чиппи Дейлы, там Тамагочи, всякая хуйня, которую ты смотришь, видишь, сука, и понимаешь. Выйдем куда-нибудь на бездорожье, уверен, что проявит она себя там именно так, как она себя должна проявить. Это можно не делать. Но мне просто интересно. Into the sun.
пролететь, да? Должен прям, брат, переворот с переподвипадвер там сделать. Вот тогда, несмотря на то, что мы вот здесь бы тестили Хаммер, да, ездили на нем, я сказал, что Хаммер как бы создает впечатление, ну, автомобиля апокалипсиса, знаешь, большой такой, огромный. Такое ощущение, что никогда и нигде тебе этот Синсуки не оставит. Если Хаммер только кажется таким, то Фуджик он именно такой есть. Способности это абсолютно безграничные. Надо это понимать, что это не просто пыль в глаза, это не Хаммер, который просто смотрится большими и делает тебе как бы ложное мнение такое, бля, да? А здесь оно, блядь, сука. Шов крыл родного пахнет сеном и говном, да? Че, кентов ищешь? Фиджик, да, просто исполняет невероятное, и это доказано. Много раз это показал. Вообще, я не понимаю, почему японцев такое вот, ну, они очень по кайфу делают свои внедорожники. Что касаемо внедорожников, бля, к японцам почему-то нету, бля, претензий вообще никаких. Все, к чему ты можешь придраться в этой тачке, это моментально прощается, когда ты понимаешь, что эта машина способна сделать. Моментально прощается все вот эти переключалки, бля, все эти кнопочки эпохи Японо, бля, американской войны, там, Пёрл-Харбора, там, бля, кто кого пёр, я не знаю. В итоге это все прощается. Ты просто, бля, настолько влюбляешься в эту машину, что охуеваешь. Первый раз в жизни я сел, бля, за руль, бля, от этой тачки, и я просто, блин, плен. Мне похую, какая у нее коробка, мне похую, какой у нее мотор. 1GR, 2ZF, бля, похуй. Я просто на нем еду и понимаю, что я, сука, хочу эту тачку. Я хочу ее. Я ее хочу. Если тогда я сказал, что я хочу купить себе Хаммер, то, бля, нет, пацаны, я не хочу больше. После FG Cruiser'а я, сука, не хочу больше себе Хаммер. Потому что Хаммер рядом с FG Cruiser'ом просто ребенок. Ну вот эта машина просто что-то не делает. Как они умудрились все это сделать, да? Ему вот это должно быть вообще поебать, блядь. Вот, ну, конечно, Хаммер за счет своего, блядь. Посмотри, смотри, вообще ему поебать, поебать. Не просто поебать, а вот поебать. Это, конечно, не препятствие, бля, для него абсолютно вообще никакое, бля. Поезжайте, бля, вообще монстр. Держи хвост пистолетом, братан. Там кто-то сейчас непотребством занимается, хотя мы ему мешаемся, бля. Понимаешь, Фуджик тестим, бля. Он там телку тестит, а мы, бля, Фуджик тестим, три дурня. Я, ты знаешь, как скажу, ебать он, бля, в натуре исполняет. Ты просто понижайку ему закинул, бля, и пиздец. Многие жалуются все-таки на автомат, потому что здесь на полном приводе по асфальту ездить нельзя. На автомате, бля, на полном приводе, то есть и на понижайке, а на полном приводе не вариант ездить по асфальту, а на механике, бля, с постоянным приводом, бля, ездить можно, но подключаемого механически там тоже просят, вот знаешь, бля, подключаемый механически, чтобы он был постоянный, бля, не поймешь людей. Это мелочь для него, где мы сейчас приехали. Это для него вообще вот шалуха. Он настолько уверенно это все проезжает, что сначала ты боишься, но ты реально думаешь, бля, вдруг. А потом, когда ты начинаешь на нем передвигаться и понимаешь, что ты даже краешком, блядь, сука, подкрыльника не заденешь там ничего, бля, вообще похуй. Riders on the storm, into this house we're born. Первый, я 374-й. Третий. Всех накрываем. Что? Ничего. Сама дорога такая, что ты боишься вот Бугали, хотя это хуйня. И для него она тоже хуйня вообще, бля. Вот, ну, что бы ты ни захотел, бля, что бы ты от Фуджика, бля, не захотел, он тебе все это даст. Сука, смотри, какой, бля, вообще, бля. Не оставим завод здесь, а? Держите, брательники. Клянусь, хочу себе Фуджик. Хаммер, ответственно заявляю, хуйня. Я тогда ошибся, пью. Да.
Я походу зал нас сам покинул, блядь, если честно. Я аж вниз, бля. Я посаженный, я спиленные пружины у меня, ёпта. Ну и где завершить обзор Fuji Cruiser, если вот не на таком, не в таком, точнее, восхитительном месте? Честно вам сказать, бля, ебать мой хуй, бля, что за пневма? На самом деле, очень красиво здесь. И здесь мы и завершим обзор. Fuji я захотел купить еще больше, чем Hummer. Несмотря на то, что H2 огромная тачка, если сравнивать его опять же с третьим, аж третий по сравнению с Фуджиком уебок. Автомобиль Паркинсон. Поездил вот на ней, попытался ее понять вместе с вами, для себя разобрать. Не вдавался особо ни в какие технические подробности, как я это никогда не делал. Такое ощущение тачка дала тебе, что нет у нее больных мест. Просто не способна болеть. Хотя это, конечно, обманчиво, потому что это так или иначе техника, это электроника, это механика, и люди вечно не живут. Да, есть минусы в обзоре. Я это для себя отметил, что прямо обзор прямо у него очень никудышный. Вот эти стойки, они очень сильно мешают. Второй минус для себя в этом автомобиле я отметил, это когда ты сдаешь назад, нихуя ты не видишь. Очень маленькое стекло, там запаска еще, ну нихуя ты не видишь. Камера, которая встроенная в зеркало, ну она просто как камера. Она там есть, толку от нее никакого. Разворачиваться на этой машине мне был заеб. В остальном тачка мне очень понравилась. Она очень мягкая, она очень плавная. Ты едешь и ты чувствуешь, что ты едешь на маленьком монстрике, который не оставит тебя нигде и не принесет тебе никаких проблем. Такой вот обзор, лайтовый. А с вами был Марат Бородаколиев и канал Asato Channel. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки. Не забываем подписываться на наш инстаграм и не забываем подписываться на наш второй канал. А мы поехали сейчас как раз снимать видео на наш второй канал про Монзу. Давайте, пацаны, спасибо за то, что с нами. Для нас это, отвечаю, очень ценно. А ну интересно, кто сильнее, Борода или Fuji Cruiser? Ух, ебаный в рот!